Профилактика правонарушений, в том числе совершенных подростками. Об этом шла речь на заседании областной межведомственной комиссии. За 10 месяцев этого года в регионе произошло на 2000 преступлений меньше, чем за такой же период 2011-го. В реализации целевой программы по профилактике нарушений курские полицейские стали вторыми в ЦФО. Уменьшилось количество краж, грабежей, разбойных нападений. В то же время увеличилась раскрываемость преступлений, в особенности тяжких. Однако надо заметить, что преступления на улицах, в общественных местах, по сравнению с прошлым годом, их количество возросло порядка 20-15% на улицах, в общественных местах. Помощь правоохранительным органам в решении этой проблемы – комплекс «Безопасный город». Сегодня в Курске работает около 70 камер наблюдения, позволяющих оперативно реагировать на совершаемые правонарушения.